Что еще хотеть? Вообще, все-таки крузак 300-ка – это прямо классика жанра. Черный крузак 300-ка, дизельный, представляете, на темном салоне, все родное, никаких перешиток. Русский язык, не мы сюда его вливали, это дилерская машина, и, на мой взгляд, прямо по классной цене. По комплектации тоже, знаете, из разряда, ну, чего еще добавить. Вот садишься, первое, что бросается в глаза, то, что здесь нет ни одной кнопки заблокированной. То есть здесь все с функционалом. То есть эта комплектация прям действительно очень хорошая. Стартуем автомобиль, у нас зарычал дизелек. Далее, смотрите, обогрев руля, обогрев лобового стекла, полноценный, прекрасный обогрев лобового стекла. Здесь присутствует, дайте-ка я его еще раз смотрю, чтобы не облажаться. Да, вижу нити. А, обогрев и вентиляция сидений, обогрев сидений сзади. Далее, смотрите, здесь все кнопки у нас на функционале. Здесь тоже. Сколько раз я вам показывала простые 300-ки, которые стоили дешевле, но у них вот это все заблокированные кнопки. Вот здесь тоже. Далее у нас багажник электрический. Сидения все с памятью, и они электро. Зарядка беспроводная. У мужа у моего такая машина в такой же комплектации. Пользуется регулярно, говорит, что заряжает достаточно быстро. Люк есть. Вот, русский язык вам демонстрирую. Все загрузилось. Камеру стыдно демонстрировать, но хотя вы знаете, думала, будет хуже. Значит, просто у других Toyota такое себе. Ну и у этой на самом деле не блеск, поснимав всякие лисяны, но лучше, чем позорище. Так, поползли дальше. На заднее сиденье. Сделала вид, что знаю, занырнула быстро туда в форточку глазами, третий ряд есть. Сзади экраны, тоже не мы их доустанавливали, так было. Отдельная зона климата, про обогрев я вам говорила, до кучи говорю вам про вентиляцию сидений. USB-разъемчики демонстрирую, они уже нового формата Type-C. И что еще? Ну, наверное, все про то, что зона климата отдельная, я, по-моему, вам говорила. А, Маша мне показывает две зоны климата. Елена, две зоны климата. Все, ребята, вроде все рассказала. Машина, конечно, если хотите Land Cruiser, это бомба. Не хотеть Land Cruiser, если есть деньги, невозможно, потому что это как вложение, инвестиция в то, что через год она у вас не подешевеет. Хорошо, чтобы не подорожала вообще.